Полет нормальный. В детском технопарке «Кванториум» прошел финальный день зимней аэрокосмической школы «ЮРГУ». Раз, два, три. Юные конструкторы презентовали свои модели беспилотников. В ходе защиты ребята представили доклады и совершили испытательные запуски летательных аппаратов. Один из проектов был назван «Невидимкой». По задумке инженеров, их разработка способна отражать волны, и ее не будет видно на радарах. Мы его делали где-то дня два, с учетом всех экспериментов. Мы сделали сначала конус, потом сделали трубку основную, и к нему просто приделали монокрыло, и оно полетело. За выступлениями участников фестиваля активно следила строгая жюри. Модель планера оценивалась по трем техническим критериям. Дальность, точность и плавность полета, целостность и детализация конструкции и его масса, а также плавность посадки. В этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество человек – 75 школьников. Торжественное вручение дипломов победителям состоится 8 февраля. В ближайшем будущем руководство ЮРГУ совместно с технопарком «Кванториум» планирует создать постоянно действующую школу с возможностью посещения предприятий и полигонов аэрокосмического профиля.